студии информационной программы «Твои новости» Марина Бартенева. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Обжечься на холодной воде. Во что армавирсом выливается сотрудничество с сомнительными компаниями, расскажет Юлия Чернышова. Налоговая инспекция продолжает работу по взысканию имущественных налогов с неплательщиков. Об этом и не только. Смотрите в материале Ирины Чупиной. Спасатели предупредили об ухудшении погоды. Об этом смотрите в выпуске «Твоих новостей». Будьте внимательны и осторожны. В Армавире орудует некая единая городская служба установки счетчика воды. Она не имеет никакого отношения к Армавирскому водоканалу, но устанавливает в квартирах людей приборы учета. И, мало того, заставляет их это делать. Юлия Чернышова отправилась по указанному юридическому адресу той самой городской службы и обнаружила весьма интересное. В офисе Армавирского городского водоканала сегодня настоящая суматоха. Один за одним с жалобами к ним приходят жители, обманутые некой единой городской службой установки счетчиков воды. Эта организация взялась рассылать людям вот такие листовки. В них она ссылается на закон и утверждает о необходимости установки и введения в эксплуатацию квартирных приборов учета ресурса. А далее по тексту психологический прием. Якобы в 2017 году тарифы взлетят на 60%. И дабы уберечь себя от переплаты, необходимо срочно связаться с единой городской службой установки счетчиков воды. Этим правом и воспользовался начальник городского водоканала, представившись обычным потребителем. Какая организация у вас? Как называется? Городская сервисная служба. Ну, она где зарегистрирована? Такой информации, к сожалению, дать вам не могу. А вы как устанавливаете данные приборы учета? Договор заключаете? Знаете, я вас полностью проинформирую. Два прибора вы устанавливаете. Это по стоимости составляет 5700 рублей. Вот два новых универсальных счетчика. А где вы находитесь? Находимся мы на Ленина, 24. Вооружившись телекамерой и в компании специалистов Армавирского городского водоканала, мы отправились по указанному адресу. Ну, у нас 24, это жилое помещение, тут не может быть никакой службы. На месте снова звоним в некую единую городскую службу установки счетчиков воды. У нас, мы в городе работаем недавно, у нас офис только формируется пока. Вообще мы в 80 городах России работаем, термомировать только мы открыли, да, то есть мы недавно работаем. Так а где офис ваш? Вот, он пока формируется, его пока нет. А здесь вообще частный сектор? Ну, я вот и пыталась выяснить, кто вас направил на Ленина 24. Ну, просто я думала, вы с этого Наталья. Телефона звонили. Отвечала этого... Наталья. А скажите, пожалуйста, ну тогда уже если консультация по телефону, а сколько будет стоить поменять счетчик? Заменить? Да. Один водомер? Да. Стоимость замены одного водомера составит 3100 рублей. А оплачивать где? Как мне оплачивать? Мне же в офис нужно подъехать. Нет, не надо. У нас сделано для того, чтобы проще было. Оплачивайте мастеру, по факту выполнены работы. Некая так называемая единая городская служба установки счетчиков воды рассылает уведомления жителям города Армавира о необходимости замены водяных счетчиков и говорят, что водоканал будет выставлять повышенные тарифы за пользование водой тем, у кого отсутствуют счетчики. Я хотел бы официально заявить, что такой единой городской службы установки счетчиков воды не существует. И предостеречь жителей города от опрометчивых поступков, заключения сделок с такими людьми. По моему мнению, это навязывание услуги, и вполне возможно, что это мошеннические действия. Да, они оказывают услугу, вот как ко мне обращались жители, услуга стоит 3100 рублей по замене одного счетчика. У нас на официальном сайте написаны наши услуги. Данная услуга стоит в зависимости от сложности от 500 до 700 рублей. То есть не надо переплачивать незнакомым людям. Более того, данная служба срывает пломбы с узла учета наши водоканалы. А коммерческий учет признан только тогда, когда он пломбирован пломбой фирмы, поставляющей воду. В городе единственная фирма поставляет воду, это наш
наше предприятие. Называется оно Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод». Будьте внимательны и осторожны. Юлия Чернышова, Станислав Чинский, служба новостей «Армавира». В Армавире продолжается работа по устранению задолженности и по имущественным налогам. Фискальный орган напоминает о том, что срок уплаты налогов за 2014 год прошел еще 1 октября 2015-го. Не исполнивших обязанность в срок ждут меры по взысканию. Об этом и не только. Материал Ирины Чупиной. В настоящий момент межрайонная ФНС номер 13 производит начисление имущественных налогов за 2015 год. Срок уплаты по ним наступит 1 декабря. До сентября все граждане должны получить единое налоговое уведомление. Однако некоторые до сих пор не погасили задолженность за 2014 год. Те налогоплательщики, которые не исполнили в срок, указанный в требовании, свою обязанность по уплате налогов, по ним Федеральная налоговая служба производит мероприятия следующего характера. Направляются исковые заявления в суд для вынесения решения на принудительное взыскание задолженности. После вынесения решения судебным органом, значит, исполнительный лист направляется в службу судебных приставов для взыскания задолженности по имущественным налогам. На сегодняшний день всем гражданам, имеющим задолженность по имущественным налогам, направлено требование об уплате. С теми, кто проигнорирует его, будут разбираться в суде. Кстати, для того, чтобы узнать информацию о текущем положении дел, не обязательно идти в налоговую. Для этого можно зайти в личный кабинет в сети интернет. Физические лица, которые зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика физического лица, они имеют возможность получать единое налоговое уведомление через данный сервис. То есть могут зайти туда, распечатать все свои начисленные налоги, платежные документы, пройти с ними в отделение банка, оплатить или воспользоваться услугой через онлайн-сервис. В настоящий момент Сбербанк имеет такую возможность произвести оплату. Ирина Чупина, Александр Жирелеев, служба новостей «Армавира». И снова непогода накрывает наш регион. Экстренное предупреждение от МЧС по комплексу неблагоприятных метеоявлений объявлено в Краснодарском крае на 15-16 июня. По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой. Возможно, выпадение града, а также шквалистое усиление ветра до 20-23 метров в секунду. Жителям и гостям края рекомендовано соблюдать осторожность. Ни для кого не секрет, что в нашем городе немало творческих людей, особенно среди молодежи. Студенты Армавирского колледжа управления социально-информационных технологий превращают обычное в прекрасное, используя всю цветовую палитру. Тему раскроет наш следующий сюжет. На этой выставке у фотографий нет привычных ярлыков с названиями. Люди должны сами назвать их, руководствуясь эмоциями от увиденного. Молодой художник-дизайнер Инна Горбачева находит необычное в обычном. Фотография для нее – это наилучший способ показать свою задумку и общение с людьми. Выпускница Акусита занимается фотографией уже более полугода, но поклонники ее творчества не оставляют девушку без внимания. Выставку работ Инны уже посетили сотни человек. Организаторы решили ее продлить до сентября. На всеобщее обозрение фотомастерство выставлено в клубе по месту жительства «Молодая семья» по адресу Шоссейная, 63. Так как я дизайнер, в моей голове часто возникают самого разного рода идеи, которые зачастую бывает сложно воплотить в жизнь. И фотография стала для меня средством с наибольшей точностью показать свою смысловую задумку. На Кубани есть казачья атаманя, в Армавире когда-нибудь будет уголок славянской культуры и истории. А нынешняя пустошь почти в 1 гектар возле городского водохранилища привлечет не только горожан, но и туристов, мечтает студентка Инна Горбачева. Макет новой городской достопримечательности девушка представила как дипломную работу. Студенты специальности дизайн Армавирского колледжа управления социально-информационных технологий являются членами молодежного объединения Творческого союза художников «Армавир». И вот как бы сотрудничая с этой организацией, мы сотрудничаем еще и с клубом по месту жительства «Молодая семья». Здесь практически каждый месяц молодые специалисты в области дизайна представляют свои работы на суд зрителей. То есть это такие небольшие мини-выставки, которые помогают молодежи развиваться и получать
так сказать, первые отклики о их творчестве. И вот в рамках этого сотрудничества в данном клубе было оформлено две стены, которые вы сейчас видите. Юлия Чернышова, Станислав Чинский, служба новостей «Армавира». Юные спортсменки одержали победу на первенстве края по шахматам. Турнир среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет проходил в Туапсинском районе со 2 по 12 июня. В первенстве приняли участие 117 шахматистов из 14 муниципалитетов. В категории до 11 лет серебро у Валерии Ткаченко, бронза у Алены Онищук. Бронзовую медаль привезла домой Руслана Волкорез в категории до 13 лет. Кроме того, армавирские девчонки блеснули в соревнованиях по быстрым шахматам. Так, первое место в возрасте до 9 лет завоевала Анна Корян, став обладательницей гранта. Это, кстати, уже ее четвертая победа подряд. В этой же возрастной категории третье место у Виолетты Манукян, а золото взяла Валерия Ткаченко. Второе и третье места разделили между собой Альбина Пушинская и Алена Онищук. Руслана Волкорез получила серебряную медаль. На этом выпуск завершен. Далее о погоде на ближайшие сутки вам расскажет Юлия Чернышова. В студии была Марина Бартенева. До новых встреч на телеканале ТНТ «Армавир». Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик».